Сегодня утро в Бишкеке, мы начинаем с посещения самой большой мечети в Средней Азии. Говорят, что она была построена на личные деньги Эрдогана. И вообще ее облик напоминает собор Софии в Стамбуле. Следующий пункт нашего тура по Бишкеку – Ошский, знаменитый Ошский базар. Значение, почему Ош-базары? В советское время богатые колхозы обеспечивали, да, обеспечивали и финансировали постройки. То есть колхоз США построил здесь в 83-м году, финансировал. Поэтому она называется Ош-базары. Банавана? Здравствуйте. Здравствуйте. Не, орешки это вот у нас есть. Федя. Федя, давай пробуй. Это новый урожай. Курага. Курага новый урожай. Нет, спасибо. Ну давайте я одну попробую. Хороший. Федя, давай с тобой поделимся, не надо объедать. Это новый урожай. Абрикос хороший. Вот. Девочка, попробуйте. Вкусный. Это наш. Вот. Это наш Курдистан, да? Вот наш. Это наш? Да. Ну, это. А черная есть курага, да? Вот. Спасибо. Можно кушать грести. Это натуральный. На рынке мы увидели, что продают кальций. Кальций продают разных видов. Есть темный кальций, есть светлый кальций, есть мелкий кальций, есть смешанный кальций. Его грызут. Нет, этот, смотрите, маслянистый пайт, а этот не маслянистый, простой. Простой, то есть это можно есть, да. А этот есть нельзя. Это маслянистый, ага. Маслянистый. Это можно есть, да? Да. Масло. Как сметана. Как сметана? Да. Эмил никогда не ел. Ничего себе. Какие вы делаете? С маслом. Желтая курица настоящая. Прямо... И стоит 350 рублей килограмм. Представляешь? Значит, вот здесь местные напитки. Это бозо. Это мацунчоро. А, мацунчоро мы пробовали. А это кумыс, да? А это кумыс. Кумыс. Ну вот мне понравился больше всего кумыс по вкусу. А бозо это из кукурузы, да? Кукуруза и пшено. И пшено. Пшено с кукурузой. А вот это... Максим, что из чего делается? Это ячмень. А, из ячменя. В Тибете они делают томба, такое пиво ячменное. Тоже там специфическое.